Привет-привет, ребятки! С вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятки, продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды и, конечно же, ваши составчики, составы от подписчиков. По нашей новой традиции, первые составы я буду играть из донатов. Итак, у нас есть донат, это Subway 125, он же Максим Киреев, задонатил, в общем, и просил, чтобы я сыграл на двух големов, да, на двух братьев-акробатьев пошел, и его составчик. Итак, кто там? Шреддер, Сплинтер, Нейтрализатор. Так, Шреддер, Сплинтер, Нейтрализатор. Сейчас он где-то рядышком был. Вот. И что там дальше? Рабведение и Рокстеди фильм. И Бибоп фильм. Ух ты, Subway 125. Столько людей не влезет сюда. Людей, зверей, в общем. Бойцов, в общем, не влезет сюда. Кого-то придется оставить. Ну, давайте я возьму Рафа Ведения. По списку буду идти, да? Рабведение и кто там, что там? И Рокстеди фильм. Но Бибоп фильм уже сюда не помещается никак. Вот он, Бибоп фильм, конечно, есть. Но по списку у нас идет Рокстеди фильм. И потом уже в конце только Бибоп фильм. Вот, Рокстеди фильм есть. Все, погнали. Вот, ребятки, ребяточки, повторюсь. Если вам не в моготу прям, что хотите, чтобы ваш состав был сыгран в первую очередь, не хотите ждать и все такое, то можете задонатить. Вот, и ваш составчик будет сыгран в первую очередь. Вот, ссылочка на донатики я ставлю в описании под этим видосом. Вот так вот. Ну что ж, а мы едем дальше. Все, победили, первая волна вынесена. И у нас вторая волна надвигается. Так, друзишки, друзишки Шредди. Вот они, есть. Все, помогли, вам вынесли. И вот, два брата-акробата. Один лом, другой лопата. И что, вот один из них такой рыженький, а вот розовенький, девчачий какой-то, да, такой, как поняша какая-то розовая, ну, не совсем, конечно, поняша. И, короче, давайте выносить их, вот этого, давайте, оп, мечом своим, да, проткнул, или, вернее, разрезал, Сплинтер, молодец, так, 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 что там осталось, совсем чуть-чуть его добить, он мажет, и давайте вот такую атаку. Бам! Ракетницами какими-то. Фух. Молочага, молочага, нейтрализатор. Так. И следующий донатик у нас, ребятки, от Яны Уваровой. Нифига себе, девчонка тоже задонатила, представляете? Ого. Вот это прикольно, прикольно. Так, спасибо, спасибо тебе, Яночка Уварова, за донатик и ее составчик. Так, давайте, не знаю, куда, пойдем вот сюда. И Янин составчик, что она написала? Шредди Сплинтер, гляньте, Шреддер Сплинтер прям популярные. Мы их оставляем тоже. Кто там? Лео Видение, ага, и Собакин. Лео Видение и Собакин. Вот, Собакин. Че, всего 4 бойца? Ну ладно. Ладно, ладно. Так, Лео Видение, чуть не пропустил. Все, погнали. Погнали, ребятки, спасибо вам за донатики. Также спасибо за ваши лайки, за комментарии. Очень приятно, все читаю, пытаюсь, на что могу ответить, вот. Ну чего, дальше, погнали. Так, 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 блин, ну что, вот опять дождь, да? В прошлом видосе постоянно у нас был дождь. Что-то я не ту главу все время открываю, нужно какую-нибудь другую открыть уже. Или тут везде теперь дождь, я не знаю. Ребятки, не за горами обновления, ю-ху-ху, скорее бы, да? Я прям не знаю, не могу дождаться, прям так хочется поскорее, чтобы были новые персонажи. Новые суперударчики всякие посмотреть там. Ух, мне кажется, будет прикольно. Прикольно и очень весело. Так, ну чего, у нас третья волна. Давайте без друзей Шредди на этот раз обойдемся. Как-нибудь сами попробуем. Сами с усами. Правда, с усами тут никого нету. Только, может быть, Собакин там с клоками шерстью какой-то. А у Сплинтера есть усы. По-моему, есть. Небольшие, но есть. Должны быть, по крайней мере. Он же все-таки крыса. Стоит и усами шевелит. Так, ну все. А теперь, ребятки, переходим к Ютубу, к составчикам из Ютуба. И так, чего тут у нас, чего тут у нас? Продвинутый Помидоров. Твой состав будет сейчас сыгран. Ребус имени состав. Он чей-то король? Ага. Так, меняю главу, потому что не хочу я дождь. Хочу солнышко. Солнышко. Вот здесь будет солнышко. Надеюсь, да. Так, он чей-то король, продвинутый Помидоров, твой состав. Продвинутому Помидорову что-то везет в последнее время. В последнее время частенько его составчики выпадают. Вот, ребятки, наверное, часто пишет, да? Продвинутый Помидоров.
Ответь мне в комментариях, почему так получается, что твой состав выпадает часто. Так, он чей-то король, но это крысиный король. Осьминог, осьминог это Джастин. Джастин. Так, дальше. Хан, саблезуб, и опятого сам выбери. Прикольно. Саблезуб. Так, это скалозуб или острозуб, вернее, острозуб. Саблезуб есть, хан есть, опятого выбери сам. Возьму пульверизатора. Почему бы и нет? Такой забавный пузач. Так, ну вот, вот бегут наши бойцы. И чего? Ну, я не знаю. Давайте с хана начнем. Пускай он своими ножки разомнет свои, да? Так, пощечина. Крысиная пощечина от крысиного короля. На! Пендаля дал вот этот пухляш. Пульверизатор. Так, давайте желтой какой-то фигней. Бам! Своим облаком каким-то желтым. Я не знаю, что это он сделал, Джастин. Может, пукнул слегка. Ну, короче, какой-то желтая ядовитая волна всех снесла всю волну вторую. Так, и что, давайте с ноги как дадим этому Шредди. На тебе, прям! Мне кажется, он даже хан погнул ему этот шлем его. Так он ему мощно дал по башке, да? С ноги. Капец какой-то. Так, ладно. Все. Продвинутый помидоров. И второй состав написал. Ну, сорянчик. Только один. Один состав видео. Так. И следующий составчик, ребятки, я уже буду брать из ВК. Если кто-то не знает, то в ВК в моей группе есть пост. Там прям так и написано на картинке. Тут пишите ваши составы. И там еще на картинке April с Casey. Вот. В общем, будет теперь один состав из ВК и один состав из Ютуба. Вот так вот. Ну и, конечно же, первые будут составы из донатиков. Вот. И теперь смотрю из ВК, что тут у нас. Хамдамов Азизбек. Могучие мутанималы. Ох, ёшки-матрёшки, опять эти мутанималы, да? Дай бог памяти вспомнить, кто из них тут мутанимал. Вот. Это ты, голубь Пит. Потом. Да ёк-макарёк. Вот Мондо Гекко, доктор Роквелл. Все, я вспомнил, мутанимала всех. Всех. Слышка не хватает. Все. Ха-ха! Вот так вот Вовкин вспомнил. Ну, пора бы уже запомнить, конечно. В общем, Махдамов Азизбек, твой составчик. Могучие мутанималы. Конечно, они могучие. Сейчас как смогут. Все, что хочешь. Обезьянья пощечина. Обезьянья плюха. Так, отлично. Бежим. Вторая волна. Мондо Гекко, да? Молодец такой. Хоп, на скейте. И скачет. Так, бревнышко. Бревнышко. Вот так, отлично. И третья волна, ребятки. Третья волна. Кто тут? Кто тут и чего они хотят? Давайте, да. Шапкой своей, шлемом, бам. Так, вот этого теперь надо пригвоздить как-то. Маусера. А ну-ка, Мондо Гекко, давай, молодец. Теперь, блин, нужно было массовую атаку от доктора Роквелла устроить. Ладно, на третьей волне разберемся. Это же не третья волна, только вторая, по-моему, да? А, нет, это была третья. Ну ладно, чего уж там. Так, ребятки, а я пока ищу следующий составчик уже с Ютуба. Юрий Габдрахимов. Юрий Габдрахимов, твой составчик Шреддер и Сплинтер. Отлично. Так. Куда пойти? На Джастина пойдем. Шреддер и Сплинтер. Коротко и лаконично. Вот так вот. Шреддер и Сплинтер. Все, иду на легкотню, потому что, во-первых, хочу солнышко. Блин, ну тут не солнышко. Во-вторых, всего лишь два бойца, поэтому в сложноту какую-то идти смысла нету. Так. Бамс, шмяк, одного есть. Второго скидыш есть. Третьего на тебе. Есть. И четвертый шмяк есть. Ха! Отлично. Бойцовские пальцы Сплинтера знают свое дело. И чего, давайте Шустрика врубим. Шустрый Шредди лучше всех. Бам, как Супермен такой, да? Пролетел тудым-сюдым. Никто его не поймает, никто его не достанет. Так, и чего? Давай. Ну, я не знаю, давайте Катану достанем. Ну, а чего? Перерубим этого робота нафиг. Рафик-нафиг. Так, ух ты, тетенька с роботами. Оп, А тут Шредди и его команда бегут. Бам! Все, отлично. Так, и следующий из ВК будет. Оскар
Иманбаев. Твой состав будет следующий. Лео Введение, Раф Введение, Донни Ролевой, Шредер, Лео Ролевой. Введение с ролевыми. Перемешались у нас, ребятки. Так, другой эпизод, и давайте пойдем в другую главу. Например, вот, Грибодь. Где тут солнечная эта, солнечная полянка? Это не она. Это тоже не она. Это что такое? Да гляньте, я уже забыл, где здесь солнечная поляна. Вот это что ли? Там вроде светло на заднем плане. Ну ладно. В общем, Оскар Иманбаев, твой состав Лео Введение, Раф Введение. Шредер там был еще, да? Лео Введение, Раф Введение. И кто там был еще? Лео Ролевой и Донни Ролевой. Так, чтобы по порядку никого не пропустить, постараюсь, конечно. Пока вроде все получается. Ну, по-моему, я Лео Введение пропустил. По-моему, да. Так, где он? Вот он. И кто там? И Рафчик. Рафчик Введение у нас остался. Сейчас быстренько его найдем. Все, погнали, погнали, ребятки, в бой. Да, попрошу смотреть видео без перемоток. Нет, это не солнце. Чтобы вы не пропустили свой составчик. Возможно, в этом видео будет именно ваш, а вы без перемоток посмотрите, пропустите и будете потом обижаться. Вот, Вовкин не сыграл. Так что советую смотреть без перемоток. Вот. Ну и, конечно же, ставить лайки. Почему бы и нет? Я же для вас стараюсь, правильно? Так, погнали, погнали. Бам! Вы видите, какой я хитрец, какие я уже нашел, так сказать, пути, чтобы не обидеть людей, и которые пишут ВКонтакте, и которые пишут в Ютубе. Потому что мне ВКонтакте пишут уже давно, ребята, да? А я все время отказывал, говорю, ну вот так вот, сорямба, неудобно читать из ВК, из Ютуба. Но вот я придумал вот так вот, в группе пост, и пишите под постом, ну мне просто так удобнее. Я на компьютере вкладки переклацаю и читаю составы. А если вы будете, например, писать в ВК, там, не знаю, в сообщениях, то, конечно, это мне будет очень неудобно. Я просто физически не смогу смотреть каждое сообщение. Это я буду не, тогда не играть, а просто сообщения искать больше. Так, и следующий из Ютуба составчик будет у нас. Виктория Пасько. Лео фильм, Микки мульт. Прекрасно. Прекрасно. Всего лишь опять два бойца. Лео фильм и Микки мульт. Так, меняем главу. Давайте, где солнце? Хочу солнце. Потому что сегодня, ребятки, у меня... За окном серо, мрачно и как-то моросит. Хотелось бы солнышко, но чего-то я не могу найти эту главу. По-моему, это все-таки где-то какая-то глава в одной из первых, да? Наверное, вот третья, может быть. Может быть. Нифига не третья. Вторая, значит. Дождь, опять дождь. Я вижу, что там дождь. Да ешки-матрешки. Короче, ладно, пойдемте. Нет, не пойдемте. Не пойдемте в дождь все-таки. Хочу солнце. Но тут тоже темень какая-то. В нормальном режиме можно где-то? Блин, опять дождь. Вот, в ночь пойдем, ладно. Хотя бы без дождя. Так, что там, Виктория Пасько. Лео фильм и Микки мульт. Лео фильм и Микки мульт. Так, вы все выходите. 48 левел, блин, ну я думаю, что в принципе должен одолеть, где Микки мульт? Появись! Все равно найду ведь. Так, все, погнали, ребятки, в бой. Так, ну видите, ночь, да, но дождя-то нету, уже хорошо. Так, ну и начинаем, нунчаки, чаки-чаки. Ух ты, Майки, ты чего? Не добил эту крысятину. Это ты зря, это ты зря. Нужно было массовую от Лео фильм использовать. Ладно, на следующей волне тогда ее реализуем, а пока прибережем. А пока мы будем добирать за Лео, да? Ой, за Майки, вернее. Заносить хвосты за Майки. Майки, видите, не добивает до конца. Ух ты, вот этого вынес нормально. А Лео за ним добивал. Так, ну на второй волне сейчас очередь, наверное, будет Майки опять бить, да? И это плохо, лучше бы Лео бил у нас. Массовая сразу, хрясь, и все, опять Майки. Майки прям сегодня боевой, смотрите, разошелся, начал уже даже с первого удара всех выносить.
Ой, красава, ой, молодец. Вот это да, ребятки, он решил исправиться. Так, ну впереди еще третья волна, что нас тут ждет? Ух ты, крысиный король и фокус. А что опять майки? Когда уже Лео будет в бой вступать, а? Можно было вообще Лео не брать, что ли? Один майки тут справляется, я не понял. Вот, массовая, наконец-таки, массовая от Лео, наконец-таки он ее реализует. И он сделал довольно-таки отлично, даже супер, я бы сказал. Так, следующий составчик из ВК. Иван Борис, твоя любимая команда. Моя любимая команда — это Видение. Давайте пойду, не знаю, куда-то, чтобы долго не выбирать. Вот сюда пойдемте. Моя любимая команда — это Видение. И еще можно к ним взять, знаете кого? Донни Ролевого. Он такой тоже парень отличный. Банс. Есть. Лео есть. Так, Донни. Есть. Майки и Раф. А вообще, вы знаете, вот вместо Майки Видения я бы взял... Знаете, кого бы я взял? Я бы взял, в принципе, мне еще нравится... Нравится Рокстеди советский. Он тоже прикольный. Сила и мощь. Фиг прошибешь такого. Борис Животное. Это, правда, не из этой... Не из этого репертуара, но может кто-то знает, кто такой Борис Животное. Напишите в комментах, если знаете, о чем я. Так, ну и что, мы начинаем выносить волну за волной. Очень лихо, потому что тут лихие все парнишки собрались. Ребята, это же Видение. Ю-ху! Да еще в компании с Донни Ролевым и с Рокстеди. У, это вообще мощная команда. Так, 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 смотрите, что же с Джастином. Головой такой шатает, думает, ну все, хана мне. И ты прав, Джастин, тебе реально хана. С такими большими глазами надо дома сидеть, телевизор смотреть. А не лазить непонятно где. Прислуживать к Ренгу. Ух, какой, да? Получил он, короче, по делам за свои дела. Вот так вот. Простите за тавтологию. И, ребятки, следующий составчик у нас будет из Ютуба. Аня Якупиди. Аня Якупиди, первый Шреддер. Так, ну куда, куда? Пойдите сюда, в общем. Так, Раф Видение, Донни Видение, вот. Так, и что там, Шреддер? В общем, Шреддер, Лео мультфильм, потом Раф Видение, кролики и Донни Видение. Кролики мне остались. Раф Видение и Донни Видение у нас уже есть. И остались кролики. Кролики, кролики, кролики. Ну где же вы? Оп, отлично. Так, погнали в бой. Погнали. Так, и что там у нас? Кто там у нас? Ух ты, 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 ты. Так, начнем отсюда, да? Да, ребятки, вот эти, помните, я вам говорил, что там клоны похожие на Эйприл. И это реально Эйприл. И я смотрел там, не помню, что за сезон, какая серия. Короче, там клонировали... Эйприл, и там такой монстр с нее потом получился. Какой-то, видать, неудавшийся эксперимент. Я думаю, что многие из вас смотрели эту серию. Жуткое чудище получилось просто, да? Кошмар какой-то. Так, и что? Добиваем, добиваем первую волну. Есть, отлично. Отлично. И вторая волна, ребятки. Ну, чего, я не знаю, массовую буду использовать? Использую массовую. Так, все, отлично, победа, победа. Так, ребяточки, а ну-ка я еще сейчас посмотрю, что у нас там с донатиками. Ага, ага, отлично. Ребятки, новый донатик, и, конечно, он будет сейчас сыгран. Никита Трофимов, Никита Трофимов, ух, нифига, 40 рублей задонатил. Спасибо тебе, Никитка, огромное. И твой составчик, твой составчик. Давайте пойдем сюда. И его состав. Собакин. Так, что там, Собакин, Карась, Змея. Ага, ага. Так, секунду, Пиццелицей там тоже есть. Да что ж такое. Так, Собакин, Карась, Змея. Карась, да блин, где она? Карась, Змея. И что там, и Голубь Пит. Блин, а Голубя и все, да? Да, и все. Голубя Пит это я пропустил. Так,
Никитка Трофимов. Сорямба, если бы я раньше клацану. Вот, солнышко, наконец-таки. Короче, спасибо тебе, Никитка, за донат. Вот твой состав сыгран. Все хорошо, все отлично. Вовкин не обманывает. Так, Молли. Блин, как я долго искал солнышко. Ну как же тут приятно играть на этой локации. Просто вообще глаз радуется. Хоть не за окном, хоть в игре на солнце посмотреть, да? На хорошую погоду, зеленую травку. Птички щебечат. Стрекозки летают. Комарики кусают. Так, давайте с Собакина начнем. Самый коронный удар. Так, есть. На. Так, Голупита, ну давай ее своими крылышками пощекоти. Так, отлично. И теперь еще раз пощекоти. Есть. Давайте в Кирби мы шкинем пиццей. Шмяк. Есть, отлично. Третья волна, ребятки. Третья волна самая такая ужасная должна быть. Кто у нас тут с кулака сейчас получит? На, отлично, супер. Так, вот эту атаку используем. От змеюги. И не знаю, давайте. Всем хлеба, угощайтесь. Бам-бам. Голубь всех угостил, сам поклевал. Короче, все окей. Так, боевой чебурек. Бам, это массовое. И давайте немножко погавкаем. Гав-гав, сказал Собакин. Крип такой расстроился и умер. А пиццерийцы начал кидаться с сосисками, чебуреками и еще чем-то всем там. В общем, все, ребятки, на этом буду видосик заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели. Спасибо за ваши подписки, за лайки. С вами был Вовкин. Пока-пока. В следующем встретимся в следующих сериях. Пока.